Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня я с вами поделюсь своим фирменным рецептом пышного бисквита, который получается всегда без разрыхлителей, без всяких добавок, без крахмала. Нам понадобятся только яйца, сахар и мука. Тесто нежное, пышное, воздушное. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. Для выпечки бисквита нам нужны будут следующие продукты. 5 яиц, 200 граммов сахара и 160 граммов муки. Или кому удобно в стаканах, это 1 стакан сахара и 1 стакан муки. Стакан на 250 миллилитров. Я сама вывела эти пропорции. Всегда бисквит получается без проблем, поэтому смотрите и выпекайте. Проще некуда. На кухонной машине взбиваем 5 яиц и 200 граммов сахара в пышную массу. Все вместе взбиваю, не по отдельности. Яйца, белки, желтки, все вместе. Взбиваем 5 минут. Яйца взбили в пышную массу. У меня желтенькое тесто, так как яйца домашние. Теперь обязательно еще раз просеиваем муку, насыщаем ее кислородом и перемешиваем. Муку нужно очень хорошо размешать. Часто комки муки остаются, когда вы выливаете тесто. Вот это проблема. Поэтому лишний раз помешать, можно. Просто мне часто писали в комментариях: вы так сильно мешаете бисквитное тесто. Если хорошо взбиты яйца, мешаем просто в одну сторону, но обязательно нужно хорошо вымешать его. Бисквиты пеку часто, поэтому уже сколько раз мешала, пробовала, всегда все получается, не переживайте. Эти пропорции рассчитаны на форму в диаметре 24 сантиметра. Дно я застелила пергаментной бумагой, бока и дно смазала растопленным сливочным маслом, мягким таким. Значит, некоторые пишут мне, что не нужно смазывать сливочным маслом, бисквит плохо поднимается. Поверьте, если вы не смажете ничем бока формы, вы просто не сможете красиво достать бисквит с формы. Поэтому это все мифы. Выливаем тесто. Ни в коем случае не добавляйте разрыхлитель в бисквит. Он там лишний. Бисквит настоящий готовится с яиц, сахара и муки. Ставим бисквитное тесто в разогретую духовку на 180 градусов. Режим вверх-вниз. Бисквит выпекался 35 минут. Его главное не пересушить. Затем сразу же я еще горячий бисквит. Вот смотрите, как хорошо снимается форма. Вот, без проблем. Если бы вы не смазали ни сливочным, ни растительным маслом, это была бы проблема. А ровненькие края – это идеально подходит для приготовления торта. Затем снимаем пергаментную бумагу без всяких усилий. Смотрите, какой красивый у нас получился бисквит. Яркий, пышный и нежный. Высота бисквита – 5,5 сантиметров. Если вы хотите повыше бисквит, вы берете поменьше форму, но только слишком маленькую не используйте, иначе трудно будет пропекаться бисквит. Готовьте бисквит только по этому рецепту. Всегда получается пышный, нежный, мягкий и простой в приготовлении. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!